Хочу сказать большое спасибо клубу «Пой» и всему преподавательскому составу клуба за то, что, во-первых, помогли мне улучшить, настроить, гармонизировать голосовые показатели, речевые показатели и обрести гармонию в целом и вернуться в каком-то роде к себе. Поясню по пунктам. По поводу голосовых показателей. Могу сказать абсолютно точно, что до прихода в клуб я разговаривала достаточно тихо, часто невнятно для людей, с которыми я, соответственно, общалась. Непонятно, они меня не понимали и, соответственно, не воспринимали зачастую. Это очень мешает как в работе, так и в личной жизни, в общении с друзьями, с семьей. Мне, конечно же, хотелось себя это изменить, поменять. И я всегда любила петь, но, опять же, тихо, и хотела все-таки достигнуть каких-то успехов и в этом. И когда я несколько уже занятий, даже не занятий, несколько месяцев провела в клубе, я первый раз спела своим родителям, до этого не показывала какие-то успехи, хотелось уже показать разницу. И сыграла на гитаре, спела, и мне мои родители сказали: «О, Ксюша, у тебя есть голос, ничего себе, как ты красиво поешь». Мне это так, в общем-то, понравилось, конечно же, я гордилась собой в этот момент. Вот, потому что удалось достичь того, к чему я, собственно, стремилась. Но очень важен и второй пункт – это обретение гармонии в целом. Потому что, опять же, в момент, когда я пришла первый раз в клуб, у меня была конкретная депрессия. Это было связано со многими факторами, но тут не это важно, а важно то, что вот это влияет, конечно же, и на голосовой аппарат, и на восприятие себя в этом мире. И в клубе путем таких необычных занятий мы все возвращались к себе, к своему животному началу. Это на самом деле очень важно, потому что в социуме мы все себя хорошо ведем, говорим тихо, не позволяем себе где-то там повыть, поорать, чего мы с удовольствием делали в клубе. И, конечно же, это принесло значительные успехи. Поэтому сейчас я могу сказать, что, конечно же, я не останавливаюсь, я продолжаю этот путь пения. Те, кто меня слышит сейчас, кто меня очень давно не слышал, как я пою, говорят, что: «Ксюш, ничего себе, как будто это другой человек, как будто это не ты, как будто это не твой голос». Ну, в хорошем смысле, конечно. Поэтому спасибо большое, продолжим этот путь дальше.